Сегодня мы будем играть в Unicorn Run. Заходим. Ой, так. Заходим. Ой, я играю в этой розовой единорожкой. Убираем это. Реклама, сори. Я хочу эту радужную очень. Но пока что у меня только розовая. Так, быстрее. Да. Ой, да что это такое? Кстати, с Пасхой вас всех! И, конечно, понимал, я могла зайчиками играть. Ведь сейчас Пасха, но... Знаете, я единорожек что-то больше люблю. А не хочу я это. Так, смотрите, каких единорогов я могу купить. Ну, не купить, а какие есть. Смотрите, такая синенькая вот. Оранжевенькая. Такая, но она мне не очень нравится. А я хочу вот эту вот. Такая есть, такая. И больше нет. Ладно, вернемся обратно и будем начинать играть. Идем домой. Так, теперь и играем. Ух ты, это что такое было? Мой телефон, кстати, иногда чуть-чуть зависает. Из-за этого, может быть, будет плохое видео. Но оно будет отлично в видео. Я обожаю единорогов. Если вы тоже любите единорогов, ставьте лайки. Ай! Что у нас тут? Простите меня. Я от радости аж разволновалась. Так, ой. Опять эти рекламы. Ребята, скажите мне, вам не надоедает, когда вы играете, а вдруг там реклама? Меня вот очень. Ай. Такс. Хочу в другой мир. Смотрите, мы заходим в другой мир. Круто, правда? Уй. Кто любит единорогов, ставьте лайки, я обожаю их. А кто не любит, дизлайки ставить? Джетпак, круто! А кто не любит Гарри Поттера, пусть ставит дизлайки. Нет, не ставьте. Все лайки ставьте, кто любит единорогов. И вообще, это видео вам должно понравиться. У-у-у. Значит, ребятки, у меня будет теперь почаще выходить видео. Почаще. Очень часто будет, потому что у меня сейчас полно, ой, времени. Да. Не успела. Так. Что происходит? Опять реклама. Ну ладно, так вы посмотрите эту рекламу. Зачем ломать дверь? Интересно, она сейчас будет ее ломать. А зачем ломать-то? Нет, коробку надо было. Ой, господи. Убираем эту гадкую рекламу. Убираем. И играем дальше. Ой, надо еще раз эту Б. Это все из-за этих кристаллов. Я же прыгаю. Эти белые. У вас бывает, когда вы прыгаете, а они не делаются. Мне вот очень много бывает. И из-за этого я уж хочу побить этот телефон.
Так, лучше мне из этой страны уйти, она плохая. О, вот это нормально. Эй, круто. Так, в порталы я больше не захожу. А, ребята, спасти меня надо. Что? Ладно, ладно. Ну, мне же один ключ. Так, ребята. У меня было, значит, больше денег. Больше. Ну ладно, тогда теперь давайте поиграем в другую игру. В какую игру вы предлагаете сыграть? Давайте скачаем крутую игру и будем играть. Кстати, в какие игры играете вы? Давайте посмотрим. Установить. Значит, Roblox тоже крутая такая игра. Скачивайте и играйте. Ждание скачивали. А это что такое, тяжелая игра? Кстати, если хотите найти меня в Roblox, меня зовут Лена Вазай. Лена Вазай. Вот мой канал. Простите, это моя сестра. Привет всем, сегодня мы с вами будем делать лучше. И... Ой, как лучше. Я уже только начинает скачиваться. Смотрите, вы играете вот из этих игр какую-нибудь? Моя мама, например, в это играет. Brawl Stars я не очень люблю. Но если кто-то из вас любите, простите меня, но это тупая игра, честно. Да. Кстати, кто смотрел «Холодное сердце 2»? Ставьте лайки, потому что «Холодное сердце 2» просто бомба. Там Анна становится королевой Эрндела, еще она выходит замуж за Кристофа. Кристофа, то есть. Ой, это тоже плохая игра. Не люблю. Леди Баг очень даже хорошая игра. Это дебилизм. Ну, никак не скачивается. Нам же тут нестерпимость. Мы же хотим, да. Да, Арина, конечно же, эта девочка просто супер. Значит, это никак не скачивается. Но мы уже 3 часа с вами ждем, чтобы скачалось, а это не скачивается. Ну ладно, давайте я вам расскажу. Ну ладно, не надо рассказывать, тогда давайте поменяем. Обои пока скачивается. Ой, не смотрите. Так. Вот это. Я обожаю единорогов. Так, где наша эта тетя, которая скачалась? Не поняла. Она же скачалась у нас. Угу. На обои мне сейчас плевать. Главное, чтобы я вам показала эту игру.
Я ненавижу ждать, пока это включится. Из-за этого я буду тыкать в него, пока он не включится. Наконец-то. Помогите, кто-нибудь, помогите. Здесь нам нужны ножницы. Да что за тут такое? Я говорю, ножницы, а не мне что? Это какая-то тупая, мне кажется, игра. Просто слишком такое все маленькое. Ой. Опять рекламы. Ненавижу рекламы. Ой. Фейсбук. Там мне-то что? Далее. Это что? Да что происходит? Хотят, чтобы я оценила эту игру. Да что? Знаете, мне уже хочется сломать этот телефон. Ну и дыра, как мне через нее перебраться? Ой, кажется, я сделала неправильно. Ой. Ну, посмотрите, ладно, рекламочку. Нет, не хотите. Я уж 3 часа жду, пока. Ну и дыра тут в полу. Как мне через нее перебраться? Подарок. Дальше. Так, начинаем. Это похититель. Мне нужно скрыться. Мне удалось уйти. Лед как из ведра. Ура, ребята, мы выиграли! Уху! Опять реклама, ребята. Кто как я не любит рекламу? Ставьте лайки. Ой, никак не убирается эта тупая игра. Ненавижу. Так. Так,
пятый уровень. Что она еще дома? Помогите. О, нет, за ней он начал бегать. Что делать, диван? Да. Тут так темно. Это? Ах, страшная собака. Это? Фух, да, это. Опять рекламы. Сегодня мы с вами будем протестировать слайм, который... протестировать слайм, который лежит у меня больше 15. У меня вот кусочек. Я пока что кусочек сделала, потому что слайм очень большой. Сюда надо немного подправить, потому что он очень жив. Ай. Так, это наша тетка. Я даже не знал, как ее зовут. А плевать. Так, это мы, значит. Интересно, сейчас что будет? Что? Корабль? Как она там оказалась? Да, это... А, пожар, пожар. Дурара. Слишком много дыма. Ха-ха-ха, что мне делать? Ой. Не работает. Да. Снова. Ну, дурае. Если корабль сгорит, представляете, что будет? Как ей выбраться на лестницу? Ура, мы выиграли, ребята! Ура! Ладно. Ой, я так хотела это скачать, но это неправда, что так. Неправда. О, дебилизм. Дебилизм. Аж тошнит из-за этих пауков и тараканов. Дебилизм, ра, дебилизм. И меня простите, если слышны другие звуки. Это моя сестра тоже каналчик снимает. Угу. Дальше начать, чтобы... Ой, это дождь такой холодный. А что мне делать, что он холодный? Не буду же я тебе палатку давать. Ой. Ну ладно, палатку дам. Так, холодно, мне плевать, что тебе холодно. Вот, даже повезло, дождь прекратился. Есть хочешь? Ну, бери. Ой. А я не знаю, что динозавры еще существуют. Да. Совсем не знала. Вот теперь... Ай, знать буду. Из-за пожара... Акула, 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 о нет.
На полыш. Нас не едят. Начал очень густеть. Ой, я хочу и рыбу. Очень хочу рыбу. Ой, ставь. А мне это было вкусно. Мясо бери. О, остров. Ой, опять это реклама. Мы же были на острове, как мы опять в воде. Кокос хочу, вот тебе кокос. Господи. Я хочу кокос с молоком. Как вкусно. Ой, чего ты хочешь? Деньги. Я не понимаю. Бла-бла-бла-бла. Хочу бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Перелети, нет. Вертолет, ой, помогите, помогите. Сюда. Далее. Да, ребята, я уже к 9 уровня добралась. Как мне страшно. Что-то странное. Глаза, что ли? Фух, правильно. Ой, как мне страшно. А, что это? Не подходит. Но ведь зомби от света же умирают. Ой, мне страшнее. А, мне нужно скрыться. Ура, мы смогли. Опять рекламара. Хочу вам напомнить, что если вы добавили вот в такой вот слайм, вот именно вот с такой, да, слайм, Тибинизм. Так, подарочек. Ой, да не хочу я эти туфли. Мне она и так нравится. Далее. Так, 10 уровень. Представляете, 10. Помогите. За мной зомби гонятся. Что мне делать? Берите еду. Да, все правильно. Еще 2. Они же от воды умирают, так ведь? Пись, пись, пись. Ой-ой. Я все правильно сделала. Там дом. Надо в него скрыться.
Я не знаю. Да, правильно. Повезло. Кстати, он очень классный. Да что происходит? Текстура у него неплохая. И я передаю привет. Ставь лайк, я когда подписчица. И жаль. Ну, я это уже говорила. Я подписчица. Я твоя подписчица. Ты моя подписчица. Тоже, наверное. И передаю привет еще одному пишет. Ух, да. Средниковые доспехи. Это меня нервирует. Ой, неправильно что-то. Средниковые доспехи. Это меня нервирует. Этот щит меня спас. Из Капитана Америки. А, да что? Отвратительно. Может, сделать утро? Ладно, я вам кое-что скажу. Этот слайм мой. Солнце меня спасло. Спасибо тебе, солнце. Тю-тю. Ах, призрак. Что мне делать? Да. Ура, мы смогли, ребята, подписывайтесь на мой канал. Если вам нравится это видео, то... Ну ладно, ребята, всем пока, подписывайтесь на мой канал.